У Магілёве з'явілася Алтайская долина. Гэта пляцоўка для выгулу и дрессировки собак. Яе за уласныя сродки зрабілі уладальнікі братоў наших меншых. На пляцоўцы питомцы гуляюць и отпрацоўваюць розныя элементы. Як азначаюць уладальнікі собак, пакуль так абсталяваная адзіная ў горадзе пляцоўка. Знаёмцеся, гэта Алтай. Менавіта ў яго гонар год таму назвалі гэту пляцоўку. Сёння адначасова тут могуць гуляць 15-20 сабак. ЖЭУ номер 2 выделила пляцоўку недалёка ад набярэжнай Дубравенкі. Усё астатнія уладальнікі сабак зрабілі самі. Предложения свои, средства свои, то есть поставили, и чтобы гражданам было немножко спокойнее, и, значит, нам, как бы, за своих не переживать. То есть они довольно-таки здесь, как говорят, социализируются, бегают, развиваются. У меня собака такая, которой нужно очень много гулять. Мы с ним здесь стараемся быть побольше, почаще. И сколько гуляете обычно здесь? Ну вот мы, если считать с дорогой и с домом, 3 часа гуляем. Многие магілёўчане разом со своими четверолапыми сябрами приезжают на пляцоўку с разных часток города. Мы ездим с переезда, то есть не такой близкий путь лежать. Но нам очень нравится. Здесь интересно, всегда с рвением сюда мучимся, да. А так, когда плохая погода, приходится только не дальше, чем от подъезда не отходим. Потому что идти как бы некуда, ехать тоже уже далеко. Есть проблемы, которые самостоятельно собачники вырешить не могут. Например, подъезд до пляцовки, что проходит про улицу Сялянскую, дорогой назвать складано. Сметьте за аматорами выпить у альтанцы, знов-таки пробирают сами уладальники собак. Пытаемся, точнее, справиться своими силами, то есть люди с микроавтобусами приезжают, забирают мусор и вывозят. Желательно, конечно, чтобы городские власти чем-то помогли и установили мусорные контейнеры. Пакуль на пляцоўцы няма асвятлення, не так давно активисты звернулись на предприемство «Гарсвятло» у якости светловой опоры пропоновывать выкарастать вось гэты слуп. Тады и у вечера на пляцоўцы можно будет затрыматься. Алина Соловьева, Миколай Соболев, новины «Регион».